Что Агюст и я сумеем построить такой аппарат, в котором изображение сменялось бы так быстро, что вы бы даже этого не заметили. Так, что, готов напорить? Ваша ставка? 3500 франков! Что же, по рукам! Thank you.
Спасибо вам. Я верю. Узнать ваше мнение о комедии. Да, да, Мирон работает. Да, да, несомненно. По-моему, это прекрасное. Ах, какое представление! Давно я так смеялась. Мы еще посмотрим, что с Кавказе. Какая же она прекрасная! Ты о ком? О ком? Конечно же, во всей, которая играла в русалку. А, как ты же видишь воспоминания? Они успели завтра снова взяли. 18-й раз? Луи, у нас же нет денег. Слушай, раз тебе так нравится эта актриса, сделай фотографию, поставь на стол и выкусит сколько захочешь. Значит, фотография не передаст твою четную игру, не оживит плавность ее движений. Агюст! Вот изобрести такой аппарат, который оживляет свою фотографию, оживляет воспоминания. Ты представляешь лучший момент в твоей жизни, дорогие тебе воспоминания, навсегда с собой. Что ты имеешь в виду? Фотографики будут двигаться, понимаешь? Мы сможем взять кучу людей, летящую птицу, прибывающую в поезд. Хорошая девка. Скажи, я буду очень рад. Не знаю. Ну, что
сидишь, мой брат Люмьер? Чего глядишь на бордер? Давай, мой брат фотограф, придумаем кинематограф. Точно! Yeah.